таке дитинство? Прийшли в 4 часа утра, постучалися в дверь, мы попросили одеться, наделись, открыли им дверь, они зашли, прочитали нам постановление, начали обыскивать, ну, осматривать весь дом, сильно нигде не ковыряли, забрали паспорта, телефон, здесь 3-4, и там их было 4, 8 человек пришло. Один періодично виходив і заходив. І доєднуємо до нашої розмови волонтерку Гайдарізаєву. Добрий ранок, пані Гайде. Добрий ранок. Ну, власне, вночі знову обшуки бачимо в Криму. Можливо, вам відомо трохи більше інформації, тому що наразі в засобах масової інформації не так ще багато написано, кого саме конкретно затримують і з якого приводу обшуки. Якщо вам відомо більше, поділіться з нами. Ну, смотрите, дело в том, что 5 человек уже задержано. Это все люди, которые исповедуют ислам. В частности, среди них есть и русская фамилия одна, ну, человек, который, ну, принял ислам. Вот. Ну, что хочется сказать по сути вообще этого всего? Ну, как нам всем известно, с 2003 года Хизбут-Тахрир и ряд других организаций признаны в России террористическими. Соответственно, когда после признания этого всего в России, люди с России, из других государств начали массово, ну, переезжать в Украину. Почему? Потому что в Украине данная террористическая организация, ну, даже нет такой формулировки, они считаются просто людьми, исповедующими ислам, но в рамках закона. Соответственно, после аннексии Крыма эта проблема усугубилась. ФСБ и российские власти в любом случае почувствовали, что, ну, как бы себя хозяевами, и они имеют на сегодняшний день такую возможность всячески предотвращать деятельность, скажем так, исповедовать людям религию, которую они, ну, хотят исповедовать. Более 100 человек уже задержано с момента аннексии Крыма. По всем, конечно, соответственно, вынесены приговоры. Там у всех идет по 205-е. 5-е – это организация террористической группировки и так далее по российскому законодательству. Які перспективи звільнення цих людей? Чи триває зараз яка робота? Як би ви оцінили цей процес? Ну, смотрите, Украина в любом случае этим занимается, соответственно, конечно же, но патовость ситуации состоит в том, что мы не можем здесь привлечь союзников на международном уровне. Если глубоко вдаться в эту проблему, на самом деле деятельность таких организаций запрещена не только в России. Она запрещена и в ряде восточных стран, которых, допустим, мы при других каких-то моментах можем привлечь как союзников, как переговорщиков. В частности, мы привлекали Турцию для ведения переговоров освобождения наших политзаключенных, да, таких как и Чигос, Ильми Умеров, и это достаточно успешно у нас прошло. Однако деятельность данных организаций, данных лиц, она является противозаконной и в Турции, и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в ряде других государств, в частности, и восточных, которых мы могли бы привлечь в качестве союзников для переговоров, потому что самим нам вести переговоры с Россией очень тяжело и достаточно неэффективно. Но, к сожалению, вот в этом и состоит вся патовость ситуации. Что касается Украины, мы в любом случае собираем эту информацию, мы сотрудничаем с рядом организаций, таких как «Крымская солидарность». В частности, пользуемся информацией такой организации, как «Мемориал», и ряд других организаций, которые фиксируют данные действия. Более того, насколько мне известно, уже на протяжении 2 лет достаточно успешно выплачиваются эти 100 тысяч гривен на поддержку семей таких заключенных, вне зависимости от того, политические заключенные они, фигуранты дела Хизбут-Тахрир, либо что-либо другое. То есть, если это не уголовное преследование, ну, скажем так, не по уголовному преступлению, там, воровство, убийство и так далее, то эти люди в любом случае находятся у нас на контроле государства, семьи их пишут определенные заявления, которые нами рассматриваются, материальная поддержка существует, вот, ну, уже, ну, 1.5 года точно она существует. То про какие суммы идется? Вы говорите про материальную поддержку? Да, конечно, и она решается на уровне государства. То есть здесь нет никаких там, ну, таких проволочек. Они сообщают о том, что действительно задержан. У нас есть группа, которая это все проверяет при офисе президента.
при службі безпеки і так далі, ряд організацій, які перепровіряють. Ні, ви говорите про матеріальну підтримку. Про які суми, да, про які гроші мається на увазі? 100 тисяч гривень імеється в виду, то, що обезпечують в год для підтримки сімей вот цих вот фігурантів, цих діл, поліції, заключених, неважно. Пані Гайде, із приводу, так, ви, якщо ви вже так уже зачепили тему допомоги, то от незабаром стартує Кримська платформа, про яку так уже говорять у центральній владі представники її, так? Наскільки ви вірите в її перспективи і чи прописані там конкретні пункти, які допоможуть вирішити питання кримських татар? Будь ласка. Я вообще очень скептически отношусь к разного рода платформам. Платформы создавать действительно нужно в любом случае, потому что для того, чтобы понимать всю суть происходящего, нужно создавать эти платформы, платформы и для переговоров, и для решения многих вопросов. Но кто будет входить в эту платформу? Что это за люди? Это люди, которые, опять же, умеют что-то делать, умеют вести переговоры, либо не умеют этого делать. Ну, к сожалению, те платформы, которые существуют на сегодня, в частности, и урегулирование вопроса по Донбассу, они не дают нам каких-то таких вот действительно правильных шагов, не дают нам механизма, вот того инструмента, который мы могли бы использовать для решения данного вопроса. Все зависит от тех людей, которые будут работать в этой платформе крымской, их коммуникации с другими организациями, ну и непосредственно шаги взаимодействия с правоохранительными органами Украины. И, ну, все зависит от этого. То есть кто будет этим заниматься? На сегодняшний день я скептически отношусь к созданию крымской платформы, потому что я не понимаю, что это за люди, которые будут этим заниматься. Насколько они профессионалы в этом деле. Бодай з вами хтось говорив, спілкувався, якісь питання, можливо, виносили. Ви говорите про те, що скептично ставитеся, бо не знаєте, хто буде учасником. Чи були запити якісь особисто до вас, представники цієї ініціативної групи, так би мовити, виходили на зв'язок з вами, обговорювали, запитували, що першочергово потрібно, ну і фактично якісь кроки, які узгоджували, приміром, з вами, і ви доносили якісь питання, проблеми, які треба вирішувати? Ну, ми в будь-якому випадку співпрацюємо з рядом організацій, я повторюсь, які займаються цим питанням. К сожалению, їх не так багато, тому що в Криму діяльність навіть адвокатів по цим справам всячески преслідується. У нас були випадки, що сажали і адвокатів, в частності Еміля Курбідінова, який займається плотно справами тільки кримських татар, ну, в частності, або людей, сповідуючих іслам. И он часто сталкивается с такими проблемами, как преследование властей и, ну, как говорится, втручание в его деятельность. Вот. И, ну, единственное, что, да, в любом случае находят нас и родственники заключенных по делам Хизбут-Тахрир, пользуемся информацией других источников, как-то обговариваем, в любом случае выносим это на уровень наших групп, офиса президента. Ну, как-то взаимодействуем в этом вопросе, но, опять же, как волонтеры, как люди, которые обладают данными коммуникациями в Крыму, в России и так далее. Ну, открою маленькую тайну, что впоследствии уже осужденные находят как-то связь, телефонные звонки, мессенджеры, сообщают, допустим, мне в частности о том, где они находятся, в каких условиях. Ну, я, соответственно, не могу эту информацию выдавать в эфир, потому что, ну, соответственно, телефонами они пользуются незаконно, просят у кого-то, ну, либо в какие-то моменты эти телефоны получают. Зрозуміло. Пані Гайда, ми дякуємо дуже вам за те, що ви знайшли час доєднатися до нас. Гайда Рязаєва, волонтерка, була з нами, говорили про обшуки і затримання знову у Криму. Ну, рухаємось далі і поговоримо про вакцинацію, бо вона в Україні затягується і її можуть почати наступного тижня, хоча, нагадаю, обіцяли на початку цього. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-конференції Американо-Української ділової ради. За словами урядовця, виникли складнощі логістичного та бюрократичного характеру. Я нагадаю, напередодні під час традиційного брифінгу Степанов обіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня. Раніше ж у МОЗі обіцяли старт щеплення вже від 15 лютого.